Урок правовой грамотности для школьников провели сотрудники государственного бюджетного учреждения Московской области ЗАГС-сервис. Учащимся рассказали о семейном законодательстве и порядке оформления документов. Особый интерес у молодежи вызвали вопросы государственной регистрации брака в торжественной обстановке, правила возможного изменения имени и проведения торжественной церемонии именоречения. Для ребят провели викторину, в ходе которой они узнали о традициях свадебных обрядов разных стран мира. Мы хотели бы показать молодежи, что такое ЗАГС, что в ЗАГС можно тоже прийти и устроиться, например, на работу, либо работать с ними в паре, в партнерстве, то бишь организовывать какие-то мероприятия торжественного характера. Организаторы мероприятия отметили неподдельный интерес к теме создания семьи как у девушек, так и у юношей. Такие занятия помогают формировать у молодого поколения правильное и серьезное отношение к институту семьи. Подобные встречи-семинары будут проходить во всех городах Подмосковья.